пощупали, о, нормально. А ты опа, видишь, как рубится рука. То есть сразу срубай. Ну если я рукой буду, ни хрена не будет. А я могу сказать, вот, видишь, где энергия? Вот, сразу. Постоянно дать. Не обязательно она сильная рука. А здесь смотри, как она сильная пошла. От ног. Значит, вот где секрет. А дальше, ну, по душе мы вчера делали, да, то же самое. Пока мы не берем там какую-то там тему, чисто стать. О, видишь, опа, я туда. Давай. То есть то же самое. Берем оп, просто расслабляйся, иначе. Потому что если такой, я, ну, я тебе сказал, хочу, а мне, ну, не сделать. Эффекта не будет. Все, вот, даже я ничего не сделал, достаточно же. Проворачиваю, этот удержу и подсаживаю. Вот, вот так друг другу надо. Только я жесткий, а он тихонечко. Губа, смотрите, опа. Ну ты не губу ешь, я не говорю. Я ж ты жесткий, я как тебе пропить? Вот, смотрите, люфты. О, видишь, вот, и я вот эту люфту, видишь, и все. Я показываю классику. Верхняя губа, может быть, верхняя. Вот, тоже самый эффект, да? Значит, если я люфты не уберу вот эти вот. Вот, смотри, сейчас сделаю. И что, ну ничего, тебе там вытекли. А я вот где убрал, обратил внимание. О, видишь, вот все, видишь, и ты тянешься. Она, ну смотри, вот, видишь. Или на носу, на носки его поставить, или наоборот вниз. Вот, я взял, опа, сразу как его подзабраться. Срубит, да? Я не понимаю, что происходит. Шап, о, тут надо чувствовать все. Понятно? Это под 45 примерно. О, под 45 ушло. Берем, да, допустим, кивать. Видишь, как он. А здесь ключицу, оп, почувствовал. А я видно на каких ногах? Нет. Вот если бы я такие сделал, то все у меня бы прошу. Рубин? Видишь, сразу ноги подгибаются вообще как плита. Ты убегаешь, скорость добавляешь. Да. И я добавляю, если бы. Может мне даже вот чего-то попридержать здесь рукой. Вот. Ну когда уже поставлю, мне и держать там, то есть, видишь, что есть. Ну и так далее, да? Взял, опа, пошли, поправлю. О, видишь, я то есть сопровождаю. К примеру, да? О, а я вот здесь, видишь, залез. О, видишь как. Ты даже хотел? Да хотел. Ну не смог, все правильно. Это просто. О, пожалуй, правильно ошибки. Постоянно нужно. Ну и что? Видно, все здесь нас не работает. Или стою там на носках, это мне больше вот это на узко. Что я сделал? Ничего не сделал. На пятках, кстати, ничего. А сейчас. Ушел, да? Правильно стоять. А что я делаю? Это база. А я здесь. О! То есть сила-то не здесь, а где она? Ох! Вот. Сделал упор. Сразу руку. Но по идее, в смысле, тебе еще не надо, да, не давать тебе вообще туда. Ну, просто болеть. Ходить. Вот я люблю. О! Видишь, ты пытаешься ногу отставить, потом за нее сесть. А будет. Да, смотри. А будет локоть сразу, видишь, будет вот так. Ну, примерно, да? Видишь, рубит. То же самое, опять, закивать им кожу, видишь, как рубит человек. Но за, именно вот это вот, старайтесь присесть. А надо вот где губа, вот, вот, видишь, вот, 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 вот. Давай, дай тихонечко. Вот это вот убрали, вот смотри, вот, видишь, все, не убрал. А сейчас, вот, видишь, и подсаживаемся. Понятно? Опа, отсюда, вот, крутится, видишь, откуда силу брать. Как бы называется загрузка. То есть там весовые категории. А я, вот, видишь, как пошла. Чувствуешь, как я чувствую? То есть такое ощущение, как плита. То есть, а это базовое движение. Я и удар на это движение могу сделать. Теперь вот смотрите, если по точкам. Ну вот смотри, кивательные у меня мышцы. Опа! Видишь, эффект какой. Значит, надо подсаживаться. Оп! Вот, ну что. А я тебе не буду ронять. Пошли. Пошли. Двадцать восьмой круг. А можно это? Вот. Здесь по душам лежит. Вот души. Вот и раз. Опять же, если мы смотрите. Опа! На носки. Вот я его держу. И я вот туда. Что пока не забиваю. Вот ухо смотри, ни хрена человеку, да? А сейчас эффект какой-то. Я погрузил, видишь, слушай, да. Вот. Если волосы тоже, вот у меня борода, к примеру. О, забор, вот там всякие туннели, сережки. Вот я раз уши, к примеру, раз, вот уши. То есть, видишь, вот так уши, ребят, брать.
Вот, смотрите, если я вот так возьму, ни хрена не будет, уйди противно, да? Вот, видишь, ничего тебе. А сейчас я чувствую, стоп, это еще полдела, значит, девчонки. Я взял, вот ухо взял вот так, опа, сжал, оно вот так натянулось. И тебе уже больно, но этого мало, я должен провернуть вот так, провернуть его. А вот эту вытяжку, вот эту, ну, как струна у гитары, натянута, я сжимаю, натянулась, проворачиваю, как белье выжимаю, и еще в третьей плоскости все. И раз, опа, видишь, и вот сюда. Я тебе сейчас не дам никуда деться. О, и что, тебе больнее будет. Видишь, ноги у тебя боковатые, поэтому мне придется тебе столько валить, пока не тебе не заходится. Поэтому работай. О, видишь, какой эффект. Значит, я где силу беру? Все через это проходили. Вот. Такая неприятная. Становишься мягче. О, видишь, ключи. О, ноги подгибает, а сломаются. Мягче, иди по силе.